Всем привет! Сейчас я покажу вам все про КМП, которые я знаю. Что, поехали. Первое место — это райское место. Короче, заходим сюда. Первое место — это вот такой, так скажем, мир КМПов. Первое. Здесь есть такой мини-самолет. Это кровать для КМПов. Вот, еще здесь есть такой то есть планшет с краймпэпами. Здесь тоже есть рок-н-ролл краймпэп. Здесь домик краймпэп. Кстати, возьму себе. Тут есть небольшой такой, скажем, поворот, я не знаю, фургончик тоже там поставились. Компьютер вот такой вот. Так, тут есть собачка, который можно садить крем-пепа. Пэта. Тут есть холодильник, который в виде такой мини-школы. Так, и тут больше нету. Открываем здесь. Тут есть тоже такие мини-домики. Только... Ой. Здесь есть вот такие вот... Ну, можно сказать, мини-места. А здесь есть тоже еще такие штучки. Тут еще искать одна секретка была. Вот. Ну, я не могу разобраться в нем. Тут есть ванна. Ну, типа мини-пляж. И здесь еще есть такая вот классный робот. Или что это? Так, я сейчас соберу вот этих крампэпов. Пэтов. Никак не могу выговорить это слово. Уже два крампэта у нас есть. Тут еще есть четвертый, который занимается спортом. И еще здесь. А, нет. Здесь такой вот классный краймпэд. Так, что здесь? Так, вот здесь есть домики. Только для них. Здесь тоже есть туалет. Здесь есть мини-место, где очень классный краймпэд. Кстати, это мой самый любимый. Здесь тоже есть, только это уже, так скажем, мини-шеф-повар. Вот. Ну, вот такие краймпэды я здесь нашла. Если понравилось видео, поставьте лайк, подпишитесь на мой канал. С вами была я. Всем удачи, всем пока.